Во время совещания организационного штаба обсуждали каждую деталь карнавала. От схемы расстановки колонн, места установки сцены, работы светового оформления до организации досмотровых зон. В этом году программа карнавала обещает быть насыщенней. В шествии примут участие больше 4000 человек. Поэтому главный акцент на безопасность. Общегородской праздник призван объединить всех жителей и гостей курорта, людей разных взглядов, веры и профессий. Слоганами торжества станут добродушие, гостеприимство и щедрость. Уже сегодня о своем участии заявили 36 команд. Это известные театральные и танцевальные коллективы и аниматоры. Также состоится фестиваль воздушных шаров. Зрители увидят невероятные авторские костюмы и аксессуары. Одновременно с шествием будут работать множество точек активности. Завершится карнавал праздничной программой и церемонией открытия символических южных ворот в новый курортный сезон. Теперь карнавал в честь начала курортного сезона в Сочи будет проходить каждое последнее воскресенье мая.